Синхронизация, сила и скорость. Вариант упражнения на мешке. На 8 ударов, то есть 5 раундов по 10 секунд. 10 секунд работы, 10 секунд опыта, 10 секунд работы, 10 секунд. Как вариант, допустим, первые 10 секунд прямые, вторые боковые, потом апперкот и 2 раунда свободно. Суть заключается в следующем, что мы во время 10 секунд не просто наносим очень много быстрых ударов и не просто максимально сильных, да. Мы должны найти золотую середину, то есть мы наносим максимально сильно и максимально быстро, насколько для нас это возможно, не дуря себя. В первом варианте жестко работаем максимально быстро, сильно, 10 секунд, 10 секунд просто отдыхаем, восстанавливаем дыхание. Во втором варианте ровно то же самое, 10 секунд максимально сильно и быстро бьем, но в момент отдыха мы продолжаем наносить сильные удары. Может не так максимально вкладывать и не в огромную скорость, мы отдыхаем, но продолжаем бить. В третьем варианте все повторяется ровно то же самое. 10 секунд работы, 10 секунд отдыха с нанесением удара. Разница будет заключаться в том, что мы во время 10-секундного спурта пытаемся не топтаться уже на месте, а хоть немного смещаться вправо-влево, то есть чтобы мы долбили противника, не находясь все время перед ним.